Разработка программного обеспечения и средств мониторинга окружающей среды. Ученики старших классов Евпатории часами напролет готовятся к республиканскому конкурсу по кибернетике. Безусловно, все это очень важно и поможет детям определиться с будущей профессией. Но ученые уже давным-давно доказали, чем интереснее занятие, тем лучше оно усваивается, тем охотнее дети будут им заниматься. А что может быть интереснее в декабре, чем подготовка к Новому году? Что, не хватает дождиков и гирлянд? Так это же инженеры, и готовятся они по-своему. Это прототип саней Деда Мороза, модернизированный. Чтобы облегчить жизнь сказочному персонажу, дети под руководством преподавателя оснастили транспортное средство лазером. Он отвечает за навигацию и приводит сани в движение. Какой же праздник без елки? В то время как многие размышляют, какое хвойное дерево выбрать, живое или пластмассовое, юные инженеры давно определились – только механическое. В этом устройстве стоят две платы Arduino Umlaut, которые создают последовательности прямоугольных импульсов, которые передаются на динамики светодиоды. Без мишуры и других украшений также не обойдется. За это отвечает праздничная пушка. Идею создания механизма, работающего от двух капель спирта, Юрий Коваленок вынашивал многие годы. Здесь находится автомобильная свеча зажигания. И здесь поставлен повышающий преобразователь. Подается сигнал с реле, который управляется от Arduino. Диффузиозные пары спирта зажигаются, и повышается давление, снаряд вылетает. К первому залпу все готово. 3, 2, 1. Само собой, о фейерверках с бенгальскими огнями преподаватели и воспитанники Центра детского инженерного образования не забыли. Вот только для них это слишком просто. Катушка Тесла – то, что нужно. На выходе это устройство дает разряд около 200 тысяч вольт. А самое интересное, что это напряжение можно даже потрогать. Ну, конечно, надо сначала надеть специальное обмундирование. Все, теперь безопасность гарантирована. Из-за того, что напряжение имеет высокую частоту, внутрь объекта оно не проникает, расходится по всей площади. При этом кожа ощущает только легкое теплое покалывание. Есть в аппарате и режим, при котором ток возникает и пропадает под музыкальное сопровождение. Мне кажется, именно под такую музыку Дед Мороз приходит к тем, кто плохо себя вел в течение года. Так что видите себя хорошо, дети. Кстати, именно за поведение и работу на занятиях детям предоставляется уникальная возможность. Вне зависимости от погоды, ребята могут прокатиться на лыжах. Ура! Настоящая зима! Елка есть, украшения и новогодние развлечения тоже на месте. Дело остается за малым, за подарками. И даже тут на выручку приходят технологии. Расположить к себе Деда Мороза поможет робот. Он обиделся всерьез, он расстроился до слез. Теплый дождь промойдет. Зимний праздник. Новый год. Стефан Филатов, Максим Турчев. Утро нового дня.